Хочу сегодня затронуть еще одну тему, не менее важную, о которой я уже когда-то говорил. Говорил о том, что все средства массовой информации в погоне за рейтингами, а значит за заработком, не замечают главного, не замечают самого человека. Всем нужна только яркая картинка. Яркая, страшная, впечатляющая. Именно та картинка, которая может привлечь к экранам телевизоров население. Вместо того, чтобы, пользуясь своими возможностями, показать, допустим, как было Дзоринский, когда показали все телеканалы, как он был разрушен. А кто-нибудь из журналистов задался вопросом, а где теперь будут жить люди, дома, которые их разрушены? Как они будут, чем будут питаться? И так далее, и так далее. Никто не затронул эту тему, потому что это неинтересно, это не рейтингово, это не показательно. А значит, меньше прибыли у телеканала, значит, меньше заработки. Я 100% уверен, что у тех журналистов, которые сюда приезжают, не маленькие командировочные, потому что снимают яркую картинку в пользу телеканала. Идет ли это на пользу тем людям, которые сейчас страдают? Идет ли это на пользу всему происходящему сегодня? Идет ли это на пользу той цели, которую мы пытаемся достичь? Избавление от олигархата и свободная жизнь по совести. Хочу задать вопрос. Интересует ли журналистов, как и кто каждый день помогает выжить людям, которых обрекла на голодную смерть власть, независимо от принадлежности столицы? Проведет ли хоть один репортер, хоть один телеканал расследование о том, как доходит гуманитарная помощь в регионы? Хоть одно расследование, хоть с одним белым камазиком журналист проехался в деревушку глухую, в дальний районный центр, там, где он увидел бы своими глазами, что это действительно доходит до людей, а не просто создается яркая, опять-таки, картинка якобы помощи. Почему в не менее сложной ситуации наше подразделение нашло возможность оказывать помощь детским садам, школам и при этом не взимать плату? На сегодняшний день мы видим обратное. Кому-то захотелось установить определенную плату в детских садах. Вопрос, с каких доходов? Когда последний раз получили зарплату родители? Когда последний раз была выплачена пенсия? Когда последний раз была выплачена помощь многодетным семьям? Какие платы, господа? Решится ли хоть одно средство массовой информации показать правду, не только ту, которая развращает народ и воспитывает в нас кровожадность, но и ту, которая учит нас быть людьми, учит милосердию и сочувствию? Почему все средства массовой информации направлены только на то, чтобы создавать такую себе игру онлайн «Убей себя сам»? Почему никто не обращает внимания на что-либо созидающее, конструктивное? Всем интересно только то, как мы друг друга убиваем. Почему вы, источники информации, приучаете нас привыкать к смерти и не учите сохранять и беречь жизнь? Жизнь человека, жизнь простого трудящегося, жизнь того человека, которым сейчас пользуются власть имущие, и те, которые платят за этот маскарад, который был устроен в виде войны. Почему вы объективно не подтвердите геноцид, который творится у нас, или вы его не замечаете? За истекшие месяцы войны кто из сторон конфликта что-то приобрел? Кроме смерти, покалеченных судеб, осиротевших родственников и разорения, мы, простой народ, что получили от войны? При том, что все это время на ней бессовестно зарабатывают олигархи. Может, хватит быть марионетками и убивать друг друга?